Давай сразу. Но пока дождался, жизнь свой поменял. Давайте в спорте, давай. Братский, отвечаешь слово, давай. В спорте, а? Найки, рибаки, нормальные ребята не ходят. Потому что мы пацаны, нам это дано от природы. Йоу! Всем привет, короче. Мы приехали с Матвеем в Киев для того, чтобы поздравить нашего друга Анара с днем рождения. Мы одели такие замечательные головные уборы. Это детские трусы. Да сейчас подожди, Анара все же знают, не гони, я же смотрю. Нет, соответственно, так как все его знают. Так как всех знают моего дружбана Анара. Наш стиль поздравления выглядит примерно вот так. Просто как два оленя в трусах женских. Да, без Игоря никак вообще, пацаны. Сейчас, короче, едем к нему в квартиру. Поехали, ребят. Поздравления. Да стучи там, блядь, звонок уже есть. Ты красавчик. Заходи. Открыто, говорит, да, все, заходи. Операция «Эй». Анар, братан! Анар! Анар, братан. Да не гони, братан. Что, не гони, надо все, надо пить. Ерь, бухай. Давай, пей. Конфетки нет. Конфетки нет. Пусть мало лучше сок. Нет, ты вот это вот сделаешь. Ладно, хорошо, вот столько. Нет, это что? Смотри, ну на. Давай. Ты сейчас сдохнешь. Да, я тебе говорю, ты сдохнешь. Давай. Хрен. Ты сдохнешь, ты лянь, бык. Зачем ты это делаешь? Ему плохо будет, ты понимаешь? Полтинник пусть тебе нет. Да нет. Что ты? А ты не будешь играть. Враг именно. Ты охерел. Так, подожди. Давай. Вот, нормально. Блядь, не гони, я больше на хлеб мазал. Все, давай. На хлеб больше мазал. Ваш есть. Да вообще не острый, блядь. Не гони, ну это бред. Нет, это не бред. Это бред. Это не бред. Это бред. Ну смотри, он нормально чувствует. Что ты запиваешь? Запивать нельзя вообще. Смотри, вот этот Годзилла сломал нам ручку на окне. Ну, Матвей, ну как всегда реально. Вот меня только одно интересует. Зачем вы, парни, пришли вот с этими трусами? Вот с этими. Я хрен его знаю, просто так получилось. Зачем? Матвей и Димон пришли вот с этими трусами ко мне. Так получилось. Они еще одели это на голову. Прикольно получается. Одень себе теперь. А у меня не получится так, как у тебя. Да, я покажу. Ну покажи. Они на мне. А, очкуешь, да, Славик, очкуешь? Да, я не хочу детские трусы на голову. Что ты, блядь, одевал? Да ты одевал, а нет. Ты на стол накидай. Блин, детские трусы, зачем вы их купили вообще? Просто так получилось. Не надо, подожди. На ногу давай, подожди, на ногу. Ты так с девушкой приходишь, а тут туда. Какой это детский, дебил! Это детские! Куда ты их кидаешь? Давай вовремя. Короче, мы приехали в баню на Днепро. Пока здесь пацаны собираются. Вот там Матвей, короче. Матвей, скажи привет. Всем привет. Кому ты сказал привет? Дорогие подписчики, Димки Николас, 14-летний. Прочитай всех, 11 тысяч человек. Алина, 14 лет. Харьков. Братан. Ладно, давай, Катюша. Все девушки Николаса, всем привет. Брат. Я от Бесени. Ну, понятное дело. Да все, порешали. Анар. Да, что скажешь? Я тебя. Happy birthday, спасибо, братан. Что мы сегодня делаем? Мы сначала в бане, а потом куда, что мы? А потом в Днепр. В Днепр? Да. А потом снова в баню, а потом снова в Днепр. Хорошие у нас планы. Насколько полезна парилка? Парилка полезна на все 100 для здоровья. Это поднимает тонус. Жизненно вообще настроение поднимает. Силы, убирает усталость. И вы как профессионал с 10-летним опытом советуете всем попарить? Конечно, 100%. Нужно попробовать веничками. Когда так сидишь париться, это совершенно по-другому. Но когда с веничками, кайф совершенно другой. Можно... Дело в том, что веники дубовые, когда паришь, веники дубовые дают позитив, а береза снимает негатив. Отлично. И березка для кожи, оно полезно. Да, очень полезная как информация. Я вам, сэр! Люди, как я гнал, так хотел дождаться, и приблизился свой туман.
но пока дождался. Жизнь свой поменял, посмотрите, кем я стал. Мы с Азербайджана приехали, но вам не скажем, почему. А? Пикап, Дмитрий Николас. Снимаешь или нет? За 5 секунд сейчас просто попробует поцеловать прекрасную девушку. Раз, два, три, четыре, пять! Не получилось. Вырежем, вырежем. Вырежем. Димон, вырежем. Давай еще раз. Раз, два, три. Ну палец убери у нее, да, давай. Мы вырежем, вырежем, Дима. Дима, ну просто приблизься. Вика, ты подумаешь, кем ты можешь поцеловаться? Он может через год перейдет с ней, звездой, по телеку посмотреть его. Смысле, фу. Первомысли. Подожди, подожди. Мэй. Ну сколько было, правильно? Ну было много, правильно. Оп, ну что ты? Ты хочешь, чтобы все видели, Вика? Это не я. А там уже сами открывают. Да, вот просто все хотят такой Вика. Смотри, твои подруги не хотят смотреть на это. Вик, мы в ютубе посмотрим. Я не хочу. Я не хочу. Потому что, блин, сколько девок было? Нет, нет, нет. Представь, что их не было. Где бы ты первая? Вот смотри, ты первая. Видео впечатление, что ты такой девственником. Вот, вот именно! Карина красавица. Матвей, ты как думаешь? Нет, скажи. Ты умничка у меня. Скажи нет. Ты умничка у меня, правильно? Правильно. Что такое вообще? Что это поцелуй? Подожди, а что для тебя? Что для тебя означает поцелуй? Ну это обычный поцелуй, боже мой. Видел? Что у тебя там с ногтем не так что-то? Пусть давай, подожди. Что? Ты что? Давай я сразу. Что сразу? Сразу, все, давай. Все сразу. За все поняли, что? Я просто не понимаю, не подожди. А, ты так глубоко? Да, я глубоко. Ёпта. А так надо разводить девушек на поцелуй. Братой. Матвей снул метро. Переклался телефон. Выключены. Что там, Матвей? Нормально все? Дианка, радуйся. Ты типа весело, слышишь? Давай, радуйся. Я стою, с тобой разговариваю, жестикулирую. Ооо, чуть не убила меня, капец. Ребята, для Бога отвяжу им. С праздником. С каким праздником? Все, Марта или что? Матвей. Опа, Леня, ты сейчас свет вообще поехал. В натуре. Понимаешь, ну, одеваешься круто, да? Думаешь, тёлки там. Они дают, да? Они дают, ебать, чувак. Лайки тёлки ставят. Блять. Скажи раунд. Нет, я еще почитаю. Нет, ладно. Раунд. Да, пацаны. Итак, МС справа. Ну, нет, сейчас 2 секунды, подожди. Так подожди, у нас еще два претендента вот как бы есть. Не, подожди, я что-то просто... А, вы еще посмотрел на все это хуйню, что? Это батл. Дай мне нужно крутомедленный вид. Ребята пишут, пошумим, блядь. Пошумим, блядь. Ебать, это что такое веселое, блин, да, походу? Я тебя знаю реально очень мало. Но ты не представляешь никакого... Напоминаю, что ты меня уебала, я согласен с тобой. Ты вообще нормальный, как бы, пацан, но... Ты как бы сюда пришел, потому что ты без дам. Не знаю, почему ты доебался по поводу дам, потому что у меня самого не было дамы уже минимум 3 года или 4. Но я трахаю шлюх за 500 гривен. Молодец! Нормальная тема! Мне просто вообще шлюхами, потому что я по беспределу выступаю. Найки, рибаки, нормальные ребята мне ходят. Потому что мы пацаны, нам это дано от природы. Йоу! Типичная девушка на 8 марта. Что? Что ты сказала? Hello. Бложечек? Я предлагаю пойти на крышу сделать селфачек. Хорошая идея, только давай. Мы спим, в бункере просыпаемся на военную должность. Блять! Поясни. Согласна, давай только быстрее. Скажи привет. Здорово. Все, молодец. Привет, дорогие друзья, сейчас будет жесткий подъеб одной девочки.
Сейчас посмотрите, когда будут. Анечка, дорогая ты моя. Солнышко, я не хочу подойти подарок на 8 марта. Вот это тебе замечательные носочки такие. С этим, с кондиционером, с дырочкой. Как ты любишь, дорогая, держи. Это все для тебя.